Ну вот капает, да. Вот смотри, полилось. Да, да. Посмотри сейчас. Держи, держи так. Ничего себе. Вот так вот. Ребят, только о упокоении службу отслужили ребят безызвестных погибших. И вот ради них Богородица. Посмотри, что творится. Посмотрите. Это же вы видели? Прям ручьем, да. Прям ручьем. Пресвятая Богородица, благодарим тебя. За такой милый. Руки подставляйте. Ты тоже хотел? Не встречал такое? Я такой первый раз встречаю, братья. Ну, один раз вот с этой стороны. Надо бы что-то собрать. Это еще так более среднее. Да, чашку поди принеси. Ильич, что скажешь, братик мой? Это чудо. Это чудо. Куда еще? Можно набрать? Да, сейчас принесу чашечку соберем. Чашечку несите. Чашечку, чашечку. Быстрее, да, давайте чашечку. Или рюмочку. Она плачет всегда по воинам, по нашим. Вон и наша Марфа. Дева радуйся, благодатная Мария. Ты же не первый Господь раз. Господь с тобою. Благословена ты в женах. Благословен угодили они, Господь, угодили. Угодили. Отдали да, душу за други свои. Да. Возможно, это первая смотрите рута, смотрите все, да. Похоже, что первая рута, да, нет? Я не знаю. Рюмочка, блядь, размотали тогда. Где рюмочка? Давайте быстрее рюмочку или чашечку. Бежать надо, а не идти. Есть? Принято? Давайте. Давай, Ильич. Вниз ставьте. Ильичу, руки в руки пушим. Подниз. Давай, открывай. Ой, как капает. Это вообще. Это что-то у нас никогда еще такого не было, честное слово. Стакан ставьте. Все. Давайте подержим. Капает прям, да. И тут еще много. Если ее наклонить другой стороной, тоже будет литься. Ура! Ура, слава Богу и Богородице!